Более 18 тысяч граждан въехали в Молдову за сутки. Большинство – украинцы, бежавшие от войны. Кто-то остановился у родственников, кто-то в центрах размещения. Многие проехали транзитом в Румынию, кто-то попросил политического убежища. Власти заявляют, что готовы к большому наплыву беженцев. В 173 учреждениях по всей стране доступны более 8 тысяч коек. Свыше 800 человек ночью приняли в центре на Молдэкспо. Наталья Веденеева приехала с 10-летним сыном. Женщина ждет сестру из Кипра. Я отправляю ребенка, мой ребенок уедет в безопасное место, а я вернусь в Одессу и буду вместе с мужчиной, со своим мужем, со своими друзьями. Мы будем бороться с этими русскими. Прибыла из Одессы и Татьяна Ковальчук. Ей удалось вывести и свою собаку. Вы понимаете, это еще собака моей дочери. Дочь 7 лет назад умерла. Она ее очень любила. Это я ее обожаю. Это память еще. Никогда в жизни я не предам. Женщина находится в Молдове уже 3 дня. Позже она планирует уехать в Афины к сыну, но ей нужно сделать документы для собаки. Автобусы отказываются везти животных. Тут мне помогают, пытаются. Может, найдут какое-то решение. Ну, пока сидим. Надеюсь. Светлана Сидоренко говорит, что бежала из Николаева, где уже 8 дней не прекращаются взрывы и стрельба. У нас пункты, мужчины, люди выходят на улицу оборонять город. Я тоже принимала участие в разных мероприятиях волонтерских. Большинство беженцев, размещенных на Молдэкспо, дети, выехавшие с матерями и бабушками. Мы приехали, семья, я и дочка, и внуки. Вот. Мы приехали из Одессы, там, даже когда мы уезжали, была бомбежка, там сбили корабль, потопили нас. Мы сидели в подвале, сейчас мы уехали, связи нет, мы даже не знаем, что там творится. Очень плохо, конечно. Оставили там все, папа остался там. Защищать родину? Защищают, да. Очень сложно. За сутки через Молдэкспо прошли более 7 тысяч беженцев, 850, среди которых 437 детей, остались в центре. Остальных распределили по другим учреждениям в Кишиневе. Здесь у нас сортировка и временное размещение. Люди приходят, регистрируются, получают горячее питание. Мы находим места, куда их разместить, и организованно перераспределяем по другим центрам размещения. За 8 дней в Молдову въехало свыше 132 тысяч граждан Украины. Более 75 тысяч отправились далее. В настоящее время в стране остаются свыше 61,5 тысяч украинцев. Более 23 тысяч из них – дети. Свыше 970 граждан Украины попросили убежище в Молдове. Всего с начала войны в соседней стране ее покинули около 1 миллиона граждан.